Полгода назад Светлана Аджиева даже не думала, что ее сын станет победителем Всемирных детских игр. Впрочем, уже в ходе самого турнира она совсем не испытывала волнения. Зная сильные стороны сына, сразу выбрала те дисциплины, где он сможет проявить себя с лучшей стороны. Интуиция ее не подвела, и Амирхан вернулся домой с золотой медалью по стрельбе. Стрелять мы очень любим. Даже как-то помню, был такое мероприятие у Доброгорцев. Желания хотели исполнять. Я помню, когда я сообщила о том, что ребенок хочет винтовку с прицелом, были все удивлены. Конечно, желание наше в дальнейшем, думаю, исполнится, потому что это наше любимое занятие. Ася Байрамукова, волонтер фонда «Доброгорец», ездила вместе с ребятами на конкурс, чтобы поддержать дух каждого участника. От самих соревнований Ася в полном восторге. Говорит, не ожидала, что все пройдет настолько хорошо, и каждый из ребят привезет с собой заслуженную награду. Дети удивительные, честно, каждый вот по отдельности брать, у каждого какие-то свои такие особенности, вот достоинства, с каждым есть о чем поговорить, чему научиться. И, конечно же, восхищена мамами. Все умницы, вот честно, было даже тяжело прощаться, потому что привыкли за столько дней друг к другу. В этот день счастливые улыбки не сходили с лиц детей и их родителей. Ведь после праздничного чаепития ребят ждало еще одно награждение. Каждого участника наградили памятными подарками и ценными призами. На самом деле это ребята, которые прошли очень сложный период своей жизни, да, которые вылечились там, или начали вылечиваться из очень тяжелой болезни. И которые, ну, детство, можно сказать, не видели. И вот эти вот игры победителей, это для них возможность забыть обо всех проблемах, которые их как бы настигли там, буквально с самого рождения, вот окунуться в азартную игру такую, да, соревнования и почувствовать себя там настоящими счастливыми детьми. Кстати, все средства для поездки наших ребят на Всемирные игры были собраны в ходе благотворительной акции «Бег ради жизни», которая прошла в Черкесске этим летом. Радима Киут, Далиль Мирза, Архыз 24.